Фамилия? Матюшин. Матюшин. 13. Показывай мне ручку. Все хорошо. Отлично, спасибо. Сейчас в Видновском художественно-техническом лицее проходит диаскин-тестирование. Ребятам с 1 по 11 класс проводят пробы для профилактики туберкулеза. Заболевания серьезные, и выявление на ранних стадиях избавит от проблем в будущем. Бывает, что ребенок хочет сделать прививку, родители не хотят. Вот тут вот начинаем работать с родителями. Рассказывать тем, что ребенок-то хочет себя защитить от инфекционных заболеваний. И, в принципе, по закону он может это сделать. Дети старше 15 лет решают самостоятельно. Несколько секунд хватает опытным медсестрам, чтобы провести тестирование. Ребята без боязни проходят процедуру, потому что четко понимают ее необходимость. Ну, за меня родители решили, но так, в принципе, ну, кольнули. Не страшно? Нет. Все хорошо? Даже не больно. Нет, я не боялся. Мне сегодня сделали прививку на проверку туберкулеза. Она нужна, как вы думаете? Мне кажется, да, профилактика какая-никакая. Мария Яковлева – медсестра с большим опытом работы. К ней обращаются ученики с различными проблемами. Есть ли болит живот или голова, и как справиться с нервным напряжением перед экзаменами. Я сама работаю еще и в детской поликлинике, в самой поликлинике, с травматологом-ортопедом, и школу веду. Отличается работа, конечно, отличается. Там приходит ребенок с мамочкой, там с папой, да, как бы один на один, как бы, да. А тут класс 35 человек. Но ничего, детки все хорошие, они идут ко мне, спрашивают совета. Школьные медицинские работники оперативно и грамотно решают все проблемы со здоровьем, возникшие у детей. Но в основном это все-таки работа профилактического характера. Ребята уже знают, что раз в неделю будет интересный разговор на волнующие темы, в том числе и по вакцинации. Галина Житкова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.